Всем приветики! Я тут обнаружил, что оказывается в новой творческой студии можно добавить к вашему видео перевод на другой язык. И в одном из своих видео я уже так сделал. Мы просто заходим в субтитры. И вот у меня уже есть добавить перевод на другой язык. Язык английский, русский и вот название описания. И вот как оно выглядит на английском языке. Чтобы это сделать, нужно нажать «Редактировать то видео, в которое вы хотите добавить другой язык», нажать на субтитры, добавить перевод на другой язык, выбираем тот язык, который вам нужен. Ну, дальше вы можете добавить либо субтитры, либо описание. Мне нужно только описание. Нажимаем «Добавить», и оно тут пишет в оригинале какое название. Нажимаем Google Translate, выбираем русский, перевод на английский. Далее поворачиваем языки, чтобы убедиться. Кот пьет воду в ванной, да, нам это подходит. Копируем. Вставляем то же самое здесь. Google Translate, русский, английский. Поворачиваем. Наша кошка Ласка снова решила. Короче, нам подходит. Копируем. Возвращаемся. Вставляем. Все. По-моему, все отлично. Теперь опубликовать. Все, теперь у видео появился перевод названия описания на другой язык. Теперь это выглядит вот так. Если надо, можно добавить субтитры или перевод на другой язык. А я не знал, что такое возможно. Я думал, в субтитрах добавляются только субтитры. Но оказывается, что в субтитрах еще можно добавить на другой перевод на другой язык. Я об этом не знал. И расстраивался, что теперь не могу переводить свои видео, потому что в старой творческой студии я мог переводить. Там была прямо отдельная вкладка «Перевод на другой язык», а здесь не было такой вкладки, я никогда не знал, что так, оказывается, можно. Они ее спрятали в субтитры. Вот, поэтому, если кто-то из вас тоже не знал, то оно, оказывается, есть. Нужно только зайти в этот хитрую менюшку, где все спрятано. Вот. Надеюсь, тот, кто это искал, это видео будет полезно. Ну а на этом все. Всем покедова.